Здравствуйте! Нам нужно выполнить следующее задание. Марина хочет, чтобы часть полоски, закрашенная розовым цветом в модели Б, соответствовала части полоски, закрашенной розовым цветом в модели А. Сколько блоков в модели Б нужно закрасить? Посмотрим на модель А. На сколько равных частей разделена эта полоска? 1, 2, 3, 4, 5 равных частей. 5 равных частей. А сколько частей закрашены розовым? Всего лишь одна. Только один блок розового цвета. Значит, 1/5 часть полоски в модели А закрашена розовым цветом. А теперь давайте подумаем, как мы можем закрасить 1/5 полоски в модели Б. Сначала посчитаем, из скольких равных блоков состоит модель Б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Всего 20 блоков. Обратите внимание, модель Б имеет точно такую же длину, как и модель А. А это значит, что один блок модели А соответствует 4 блокам модели Б. Мы от 5 частей переходим к 20. Просто умножаем на 4. Это видно и на рисунке. Проводим две вот такие вертикальные линии. Очевидно, что одному блоку модели А соответствует 1, 2, 3, 4 блока модели Б. Один блок модели А соответствует 4 блокам модели Б. Мы просто числитель первой дроби умножаем на 4. 4 блока из 20 в модели Б нужно закрасить розовым цветом. 1, 2, 3, 4. И мы видим, что части, закрашенные розовым цветом, в обеих моделях совпадают. В задании нас спрашивают, сколько блоков в модели Б нужно закрасить. И наш ответ – нужно закрасить 4 блока. На этом все. До скорых встреч!